Андрей Ткачук оказался победителем в номинации «Молодое Подмосковье». Целью его проекта стало воспитание гражданственности и патриотизма у школьников средних и старших классов. Среди задач автор выделил привлечение детей и взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической направленности. Другим победителем в той же номинации стал Федор Харитонов. Цель его проекта – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Задача – создание единой площадки для проведения молодежного трезвого досуга.